вообще-то я уже совсем-совсем большая. Я родилась аж целых 20 дней назад, и всех вокруг я все сильнее обожаю, и с каждым днем все краше мир в моих глазах. Куда ни глянь, вокруг спокойная картина. Трава и небо, а на небе облака. Ведь родилась-то я во время карантина и не видала очень многого пока. Но мне вчера сказала мудрая слониха, когда мы с ней гуляли посреди весны, что в зоопарке стало как-то слишком тихо, и все животные весьма удивлены. Что звери все сейчас немножечко скучают, ждут не дождутся радостной гурьбы людей. С большой надеждой каждый раз рассвет встречают, ждут посетителей, особенно детей. У нас, конечно, есть тут всякие зверята, и подружилась я со многими из них. Есть верблюжата, и зебрята, и тигрята, и страшно славные, и добрые они. Они бесспорно наимилейшие на свете, моя компания для игрищ и потех. Но говорят, есть человеческие дети, и говорят, что вот они милее всех. Что они могут заразительно смеяться, что их глаза восторгом пламенным горят, что могут даже на газонах поваляться. Так наши звери о детишках говорят. Нам не втерпешь увидеть и детей, и взрослых, и каждый зверь вам улыбнется во всю пасть. Вы все наладите, хоть это и непросто, вы очень быстро одолеете напасть. Я точно знаю, люди, вы сильнее хворей, вы вместе скоро превозможете беду. Вы победите сообща и это горе, и вы придете в зоопарк, я очень жду.